Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные и классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотик. Останавливает гаишник пышногрудую блондинку за превышение скорости. И говорит, 100 баксов! Она, ну может быть договоримся? Он, не-не, ну что вы 100 баксов и разъехались? Она так растягивает одну пуговичку, ну а сейчас? Он, не-не-не, ну что вы? Растёгивает она все пуговички на блузке, а под блузкой ничего нету. Она, ну, а сейчас? Он, да нет, что вы, 100 баксов и все. Ну, естественно, он отказался. Вечером приходит в бар, снимает сумку, кидает 100 баксов на стол, говорит, мне на все пиво. Продавец такой, да это ж много. А гаишник говорит, раз не встал, так пусть обоссытся.